Наш весь коллектив во главе меня стоит на страже вашего здоровья. Мы все готовы помочь вам во всех сложившихся ситуациях во время беременности. Всего самого наилучшего. Поздравительное видео коллектива женской консультации курорта – своеобразный старт осенней акции, посвященной Дню беременных. В зале библиотеки номер один собрались будущие родители. Праздник «День беременных» получил поддержку президента страны и в 2023 году был объявлен всероссийским. Цель проведения Дня беременных – это содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, заботы о каждой беременной. Миссия акции «Беременность должна пройти так, чтобы захотелось ее повторить». Первый год жизни ребенка – один из самых важных периодов. Будущим мамам следует придерживаться ряда рекомендаций для правильного развития малыша. В этом вопросе на помощь конопчанкам всегда готовы прийти медики курорта, даже после выписки из роддома. Первые 3 дня доктор должен посетить вас. Медсестра тоже подойдет. Доктор на первом своем патронаже, он смотрит, оценивает, он смотрит обменную карту. Она посмотрит, ответит на ваши вопросы, расскажет, как ухаживать, как купать, чем, в чем купать, как часто, как на улицу часто выходить, как пеленать, как одевать ребенка. Ответит вам на вопросы, как сохранить грудное вскармливание, успокоит вас. О грудном вскармливании и других правилах обращения с грудными детьми не понаслышке знает Рузана Дозорова. Девушка, многодетная мама и к тому же инструктор по грудничковому плаванию и купанию. Полезные советы от Рузаны точно пригодятся всем без исключения будущим родителям. Взяли крепко, 2 руками погружаем. Помним, да? Повторение мать учения. Нога опорная. Нам удобно. И аккуратно погружаем ребеночка в воду. Во время встречи также провели мастер-класс по прикладыванию ребенка к груди и рассказали об особенностях партнерских родов. А в завершении мероприятия участники получили от благотворительного фонда «Берег жизни» специальные подарки. Никита Васюхин, Дмитрий Гладушевский, Анапа регион.